очень интересный баг на этом мероприятии, когда ты просто создаешь битву. Что такое? А как? Да в смысле? А почему? Что такое? Я не могу. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров. И для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все, ты уже участник. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам, он будет у нас, знаете, с чем связан? Мне всегда было интересно, какая-то вот такая тенденция, как что-то менялось, как что-то развивалось, и сегодня мы дошли, соответственно, до самого интересного, это контейнеры. Контейнеры, когда они у нас появились в игре буквально 3, может быть, 3,5 года назад, все это было у нас приурочено к Черной Пятнице, соответственно, там был еще и один очень интересный баг на этом мероприятии, как... Когда ты просто создаешь битву, и в этой битве падали контейнеры просто, и контейнеры все эти собирали. Лайк, если хочешь, опять такой баг. Я не знаю, давайте вот просто реально поставим лайки и посмотрим, сколько нас таких интересных ребят. Вот, ну короче, что вообще, зачем да почему? Есть у меня один очень интересный ролик. Я наткнулся на него буквально случайно, вылез он мне в рекоменды, где я как раз таки название новобранца, это полностью нульцевый аккаунт, себе купил 25 контейнеров, ребята. И открывал я, опять же, спойлер небольшой дам, все это дело по пятере. И давайте просто-напросто посмотрим, какой тогда падал дроп. Итак, минки мне выпали, 5 золотых ящиков, X2, краска Инферно, о, краска Спектр мне дропнулась. Просто, вы представляете, с 5 контейнеров. Вот, там дальше давайте сразу перемотаем, потому что я там орал, очень удивлялся, типа как, зачем, да почему мне эта вся штука дропнулась. Так, вторые, это у нас выпало это. То есть 2 зеленого и красочка синяя, то есть из синего свечения, то просто раньше всех вот этих свечений, соответственно, не было. Так, мне минки выпали, двойной урон, ремкомплект зеленая, это получается тоже зеленая, и золотые ящики тоже, соответственно, зелененькие у меня выпали. Дальше я у нас открывал вроде бы... Дальше я у нас по сколько открывал? Тоже по 5. Так, 3500, ускорялочки, 2 дня премиум аккаунта, 10 тысяч кристаллов и 5 золотых ящиков. Тоже, в принципе, дроп адекватный. Но это, опять же, если кто-то будет говорить, что мне, в принципе, просто-напросто повезло. Так, дальше мы тоже делаем открытие. И, в принципе, давай еще один ящик. И здесь мне выпала краска Калейдоскоп. В принципе, синее свечение, на тот момент все эти краски, они еще более-менее ценились, и они были еще более-менее в весе. Это сейчас уже, понятно, краски никому нафиг не интересны. Но вы, то есть, понимаете, да, какой был дроп раньше, то есть, я вам по факту все показал, и примеров таких очень много, вот даже не буду себя брать в пример, наберите и посмотрите ролики, которые были у нас записаны ютуберами танков 3,5 года назад, не только меня, да и вообще любых, чуваки там покупали буквально, просто 25 контейнеров, это было 999 рубасов стоила эта вся штука, вот, покупалось это все, естественно, за свои бабосы. Тогда еще не было вроде программы Ютубер ТО, вот, да, поэтому все за свои бабки вроде как бы покупалось, да, все за свои бабки бралось. И получается, не только мне падало, то есть раньше можно было реально купить просто 25 контейнеров и выбить со 100% вероятностью себе какие-нибудь ништяки. Если там не какая-нибудь анимаха тебе падала, то фиолочка падала 100%, это вот абсолютно у всех такая тема была. Ну вот просто, чисто, ребята, для тестика, давайте я куплю 25 контейнеров сейчас в игре и посмотрим, что мне из этого дела дропнется. Так, давайте, 25 не получится, вот 15 ящиков и, как говорится, 10 ящиков мы купим, 25 контов.
Все нормально. Давайте зайдем в контейнер и посмотрим, что мне может выпасть еще куча разных скинов. Мне, соответственно, могут еще анимашки дропнуться, лямчик кристаллов с легендарного. Мне также здесь дропается еще куча анимах. С фиолочки мне здесь тоже еще красочки также дропаются, всякие разные устройства. Синего свечения мне уже краски все выпали, здесь есть у нас только 25, ну, короче, стандартные призы. Зеленого тоже, в принципе, все понятно. Давайте теперь перейдем к открытию. Будем открывать по той же самой тактике, по пятюне. Вот посмотрим, что мне из этого на самом-таки деле дропнет. Так, повышенная защита, повышенный урон, минки и... О, 10 тысяч кристаллов, ладно, давайте. Я там вроде бы еще, да, по пятере открывал. Я там открыл 4 раза по 5, и потом остальные я открывал по... О, вот это фартануло. О, вот это нормальная тема устройства. Давай, давай... Серьезно? Фудзи, я... В смысле? А... Не понял. Это... Это что такое? А как? Да в смысле? А почему? Да... Да я не понял. Я... Как... Чего? Чего? Так, подожди. Синяя, фиолетовая. Да чё? Чё это такое? Я не понял. Я не понял. Кого? Чё это такое? У меня сегодня день такой фартовый. Фиолка. А чё? Вы что-то поняли? Они что-то с контейнерами сделали? А чё разработчики сделали с контейнерами? Алё, гараж! Это что за подкрутка? Питкрутка? А, подкрученные контейнеры? Отвечаю! А как? Не понял. Две новых краски. Фудзияма и шестеренки мне выпали. Две легендарки. За эту тему. Не понял. Вообще не понял. Просто к слову, ребята. Просто к слову. Давай, я сейчас просто зайду в любую битву быструю, мне не важно. Я расскажу, почему я хотел записывать данный ролик и данный выпуск. Короче. Я на прошлой неделе, когда у нас были специальные ультраконтейнеры, делал, соответственно, открытие. Я открыл, ребята, к слову, 2500 контейнеров, ультраконтейнеров. Знаете мне, сколько легендарного выпало? 3 штуки. Выпало легендарного и 3 штуки вроде... Нет, легендарного вроде вру, мне выпало штук, наверное, 5. И легендарного мне выпало 3 штуки. То есть это краска чип, устройство и вроде бы мне еще упал страйкер ультра. Вот, за 2500 контейнеров. Я хотел записать ролик, где, соответственно, хотел немножко пожаловаться. Что почему раньше дроп был топовый, а сейчас не... Как вы вообще, ребята, думаете, мне вот повезло? Или не повезло? Вот опять будут писать, блин, в комментариях, что это все понятно, это все реклама от разработчиков, что типа в контейнерах нормальные призы падают, это все ясно, как бы Вайдер продался, опять делают рекламу, что с контейнеров годные призы у нас падают, все как бы ясно, все понятно, все я реально, вот к слову, ребята, к слову. Не буду сейчас вам ничего придумывать. И, наверное, нету смысла у нас покупать какие-то ультраконтейнеры. Вот как бы реально. Потому что я открыл сейчас обычные конты. И, к слову, ребят, с обычных контейнеров вы видите сами, да, что мне выпало.
просто с обычных контейнеров мне выпала такая годная тема. Блин, давайте, я хочу, ребята, еще один тестик сделать. Не знаю, может мне просто повезло, может мне просто показалось. Давайте опять зайдем в магазинчик и купим еще с вами 25 контейнеров. По той же самой тактике. Сперва покупаем 15-ку, потом покупаем 10-ку. 25 контов, по 15 мы, в принципе, открывать не будем. Будем открывать также по 5. Давайте посмотрим. Блин, а может быть реально, что там такое? Они какие-то подкрученные или еще. Так, ну сейчас нормальный дроп. Вот сейчас тот... Да нет. Не прем аккаунта. X2. 6 дней премки выпало. Окей. Ну может сейчас мне не выпадет. И как бы говно дропнется, не? Нетрухи синие. 25. Еще синие. 250 своих припасов. Давайте еще пятюню откроем. Так, 3500, 3500. Воскорялки. И фиолетовые. Я не понял. Это что за подстава такая? От разработчиков. Что такое? Я не могу понять, что? Что это такое? Какого хрена? Чего вообще? Я по 15 больше открывать вообще никогда в жизни не буду. Что за бред? Как это работает? Не получился ролик такой, как я хотел записать. Всем большое за просмотр данного видеоролика. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Вайдер. Всем пока.